Ребята, я вам покажу, как у нас в Черногории празднуются праздники. Я сейчас приехал на праздник на город Вирбазар, на Скадарском озере. Праздник называется День уклейки. При входе угощают пончики с сыром, медом и ракией. Пойдемте. Вот такие пончики. Называются прыганицы. Кунуются в мед и едят. Если хотите, также можно и ракию выпить. Ребят, нахожусь на празднике. Это Черногория. Праздник, день уклейки. Это рыба такая маленькая, ее жарят, бесплатно раздают. Вино, пиво, представление. Праздник проходит на озере Скадарском, маленький городочек Вирбазар. Сейчас я вам покажу все. Вот здесь, где целуются, как раз впереди жарят бесплатную рыбу, уклейку маленькую. Вот, люди ее едят. Сейчас вам покажу. Вот она жареная. Жарят свежую рыбу, жарят копченую рыбу. А пойдемте посмотрим, как разливается вино и бесплатно раздается людям, угощается. Это спонсор 13 июль. Плантажа. Красное вино производство. Они делают белое, красное, розовое вино и игристое шампанское. Праздник у нас проходит почти каждый полтора месяца в разных городах. Я сейчас как раз иду взять бокал вина бесплатно. Это бесплатный бокал вина. На празднике можно получить вино, послушать музыку живую. Людей очень много, ярмарок. Тут бесплатно вино тоже раздают. Называется «Гратис».
Также можно купить меда. Это домашнее производство медов. Оливок можно купить, также их можно попробовать здесь. Оливковое масло. Киви. Можно попробовать домашний сыр с вином, охлажденный. Рыбу жарит. Людей много. Ребята, стоим в очереди на бесплатную рыбу. Рыба называется уклейка. Вот, выставляют она копченая, ее поджаривают немножко и подают на тарелочке с хлебцем. А дальше немножко пройти до моста, на начало моста. Дают, конечно, бокал вина бесплатно. Есть раки, есть, конечно, пончики с сыром. Сейчас мы ждем рыбки. Вот можем также посмотреть. Вот видите, рыбки наложили, штучек 6, и 2 кусочка хлеба дали. Вот, ребята, получил свою порцию рыбы. Иду за вином сейчас.